На этой неделе, согласно прогнозам метеосайтов, погода будет неустойчивой. В понедельник и вторник преимущественно будет ясно, только местами пройдут дожди. А вот со среды погода станет пасмурной, и к концу недели дожди сменятся мокрым снегом. Температура воздуха соответствующая – от 0 градусов ночью до плюс 8 днем. Но пусть осень будет только в природе, а не у вас в душе. До встречи через неделю!